когда я был дошкольником. Я был ужасно жалостливый. Я совершенно не мог ничего слушать жалостное. И если кто кого съел, или бросил в огонь, или заточил в темницу, я сразу начинал плакать. Вот, например, волки съели козленка. От него остались рожки да ножки. Я реву! Бабариха заточила царицу и царевича в бочку и бросила эту бочку в море. Я опять реву! Да как? Слезы текут у меня толстыми струями, падают на пол и сливаются в огромные лужи. Главное, когда я слушал сказки, я уже заранее, еще до самого страшного места, начинал плакать. Губы у меня кривились и ломались. Голос начинал дрожать, как будто меня кто-то трясет за шиворот. Мама не знала, что делать, потому что я все время ее просил, чтобы она мне что-то читала или рассказывала. И как только дело доходило до самого страшного места, я сразу это понимал и начинал сказку сокращать. За 2-3 секунды до того, как случится беда, я говорил маме дрожащим голосом: «Это место пропусти!» Мама, конечно, пропускала. Я успокаивался, но совсем ненадолго, потому что в сказках каждую минуту что-нибудь случается. И чуть дело доходило опять до какого-нибудь преступления, я снова ее умолял: «И это место пропусти!» Мама пропускала, и я успокаивался. Так, с остановками и волнением мы доходили до благополучного конца. Я, конечно, соображал, что сказки от этого становились какие-то не очень интересные, потому что, во-первых, короткие, а во-вторых, в них совершенно не было приключений. Но зато я мог спокойно их слушать и не обливаться слезами. И после этих сказок я мог спокойно спать, а не валяться с открытыми глазами и бояться до утра. Такие сказки мне нравились, потому что они были очень спокойные, как вроде прохладный, сладкий чай. Вот, например, есть такая сказка про красную шапочку. Мы с мамой в ней столько напропускали, что эта сказка стала самая короткая на свете и самая-самая счастливая. Мама мне ее так читала. Жила была красная шапочка. Однажды она напекла пирожков и пошла проведать свою бабушку. И стали они жить-поживать и добра наживать. Нет, ну мне, конечно, нравилось, что у них там все хорошо получилось. Но это было еще не все. Особенно я переживал другую сказку про зайчика. Есть такая сказка про зайчонка, про считалки. Ее все на свете знают. Раз, два, три, четыре, пять. Вышел зайчик погулять. Вдруг охотник выбегает. И тут мне начинало щипать в носу. Губы кривились, верхняя налево, нижняя направо. А сказка продолжалась. Вдруг охотник выбегает и прямо в зайчика стреляет. У меня прямо сердце провалилось. Я никак не мог понять, что же это получается. Почему этот свирепый охотник стреляет прямо в зайчика? Что зайчик ему сделал? Он что, первый начал, что ли? Ведь нет, он же не задержался. Он просто вышел погулять. А этот без разговоров, пипав из своей тяжелой двустволки, я начинал плакать, и слезы у меня лились, как из крана. Потому что раненый в живот зайчик кричал: «Ой-ой-ой!» Он кричал: «Ой-ой-ой! Прощайте все! Прощайте, зайчата и зайчиха! Прощай,
алая морковка и хрустящая капуста. Прощай, моя полянка, прощай, роса и цветы, прощай, весь лес, где под каждым кустом был готов и стол, и дом. Я прям так и представлял и видел своими глазами, как серый зайчонок ложится под тоненькую березку и умирает. Я плакал, и горючие слезы текли у меня в три ручья. И я портил всем настроение, потому что мне надо было успокаивать, а я только ревел и ревел. И однажды ночью, когда все уже уснули, я лежал на своей раскладушке и вспоминал бедного зайчика. Я вспоминал и думал, как было бы хорошо, если бы всего этого не случилось. Как было бы по-настоящему хорошо, если бы всего этого не случилось. И я так долго думал об этом, что незаметно для себя пересочинил всю эту историю. Раз, два, три, четыре, пять. Вышел зайчик погулять. Вдруг охотник выбегает прямо в зайчика. Не стреляет. Не пив, не пав. Не ой-ой-ой, не умирает зайчик мой. Вот это да! Я даже рассмеялся. Это же просто чудо, как все складно получилось. Это настоящее чудо. Не пив и не пав. Я вставил одно короткое «не». И охотник, охотник прошел мимо зайчика в своих подшитых валенках, и тот остался жить. Он снова будет бегать и скакать по полянке. Будет колотить своими лапками старый трухлявый пень. Этот забавный, славный барабанщик. Я лежал в темноте и улыбался. Я хотел рассказать об этом чуде маме, но побоялся ее будить. И потом, наконец, заснул. А утром, когда я проснулся, я уже навсегда знал, что больше никогда не буду реветь в жалостных местах. Потому что я теперь в каждую минуту, в любую мою минуту могу вмешаться в эти ужасные несправедливости. Я могу вмешаться и переменить все по-своему. И все будет хорошо. Надо только вовремя сказать «не». Не пив. Не пав.